Госкомитет судебных экспертиз планирует за 5 лет провести кардинальное техническое переоснащение по всем направлениям. Об этом заявил глава комитета Андрей Швед, подводя итоги 2 лет работы в составе единого экспертного ведомства страны. Ежегодно эти люди проводят около 320 тысяч различных экспертиз. По словам Андрея Шведа, в процессе противодействия наркоторговле они работают в тесном взаимодействии с милицией, следствием и медиками. А современное оборудование позволяет в кратчайший срок определить любое опасное вещество. И сегодня же состоится выпуск 60 слушателей института, который входит в состав комитета.